Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова уже решила, какой подарок сделает себе к Новому году. Главное ее хобби – чтение. Поэтому новые книги покупает постоянно. Электронные Ирина Леонидовна не жалует. Наоборот, любит, чтобы издание было на хорошей бумаге с красивыми иллюстрациями. Ну, наверное, уже теперь нахожусь сама в таком возрасте, когда интересна чья-то судьба, эти достижения, тот опыт, который человек приобретает. Очень здорово, когда есть возможность почитать для себя, для собственного роста, и в том числе и соотнести какие-то свои жизненные установки с тем, что было ценно вот для этих людей. В преддверии Нового года «Комсомольская правда» выпустила серию «Великие умы России». В ней 30 изданий о выдающихся ученых и изобретателях нашей страны. Книги написали студенты и преподаватели журфака МГУ. Им удалось простым языком описать жизненный путь и открытия Ломоносова, Калашникова, Попова и других. Купить издание можно в редакции КП на Алтае, книжных магазинах Барнаула, а также киосках «Роспечать» и «Лигапресс».